Что для меня танец? Свобода. Простор для фантазии. Гармония. Вдохновение. Искусство. Удовольствие. Жизнь. Делать все вещи с любовью. Быть в вечном поиске себя самого. После того, как понял, что могу говорить танцем, начал больше общаться и видеть мир иным. Твое тело — единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней. Если бы мы не танцевали, то чувствовали себя так же, как если бы не умели слышать или говорить. Истина, открывающаяся изнутри. Танец — это верный путь к самопознанию и самовыражению. Живет лишь тот, кто творит. Остальные — это тени, блуждающие по земле. А что танец для тебя?